И всем привет, с вами Хэппи Лолик. Я решил поменять скин, поскольку тот скин я создавал не сам, а вот этот я подкорректировал сам. И что ж, поехали. Я, во-первых, убрал рукава и другие сделал. Да. И криперов сзади нарисовал с красными глазами. Там просто такой крепуша был. И я тут, короче, кое-что подкорректировал. И быстрее побежали, побежали. Одна секунда. Быстрее, быстрее. Бежим, бежим. Что-то я лутал, да. Что-то я лутал. Так, лучше железные ботинки, поэтому я возьму железные, одену себе. Я пошел в деревню. В мой домик, в который я обычно хожу. Вот в этот домик я обычно хожу. Надеюсь, там еще никто не был. Поскольку я люблю мой домик. Тут все время есть хорошо. Облутали, блин, сволочи. Тут всего 12 человек на этой карте. Потому что эта карта маленькая. Поэтому тут 12 человек. И эта карта офигенная. Я все время на ней играю. Как только вот она свободная, она все время занята. Потому что эту карту обожают практически все игроки на серверах Minecraft Only. Это очень охрененная карта. Итак, я люблю эпик на этой карте, потому что на этой карте все время эпик. Потому что эта карта охрененная. Одним, просто несколькими словами объяснил одну карту. Охрененно. Одним словом. Просто. Жесть. Жесть, а не карта. Я просто обожаю эту карту, поскольку я на ней играю каждые выходные и просто без съемок просто как-то не получается. Потому что она очень редко попадается. Когда она свободная, на нее можно идти играть. Вот поэтому это такая хорошая карта. Тут сначала деревня, можно ходить по деревне лутать, а потом можно вообще куда-нибудь бежать подальше. И там искать сундуки. Сейчас тут недалеко будет сундук на горе, который я все время лутаю. Я его люблю там лутать. Мой любимый сундук. Это мой любимый сундук. Вот он. Мой любимый сундучок. Я же сказал! Этот сундучок приберег для меня хорошие вещи. У меня только штанов теперь нету. У меня есть ботинки железные. И остальное все железное. Ну, там кольчужное, я это тоже железное называю. Пока я очень хорошо одет. Только вот мне бы сейчас меч не помешал бы. Кстати, до вас я еще тут двух пацанов сразу вот просто замочила. Вот тут где-то пробила молния. Чуть недалеко из чела. Вот это мне как раз... Опа! Только заговори про это, и вот тебе, пожалуйста, сразу меч. Только остальное никому не надо отдавать. Ладно, пускай нагрудник бонжатский. Пускай возьмут. Нагрудник мне такой не нужен. Куда я его себе инвентарь-то буду забивать? Я просто вот какой принцип у меня? Взять чужие вещи, чтобы как бы другой бомж не пришел и не налутался. Вот такой принцип. Потому что если он так налутается, так он уже не будет бомжом-то. Логика. Если по логике. Вот там я вижу Эверест, но вот там прямо наверху есть сундук. Но я туда еще ни разу не забирался. Это очень трудно. Ладно, я пока буду сидеть вот тут. Тут безопасно, потому что мало народу ходит. На шифте лучше сидеть. Тут мало народу ходит. Вот так! Вот все время такое. Вылетает просто поверх экрана так. И все, блин. Капец. Бесит. Так, вот тут я посижу на шифте. Сколько челов осталось? Ну, немного. Немного осталось челов. О, у нас двое, у нас двое. У нас двое. Надо сидеть тут. Скорее всего, он где-то внизу. Где-то внизу сидит. 100%. Или тоже где-нибудь тут на шифте спрятался. У меня вот тут текстурки не очень прогрузились. Но там охрененная деревня. Да, извините, что я так сижу, как трус.
Потому что я реально боюсь. Сейчас такой выскочит зажратый пацан. Хрен я потом его одолею. Потому я такой как рус. О, вечерок уже. Скоро заспавнится сундуки. И тогда я, может быть, даже и на спавн сбегаю. Ну, блин. Капец. Я боюсь. Что-то тут гроза как-то сверкает. Блин, мне страшно. Еще 4 плеера. Откуда? Лол. Мне бы еще штанги найти. Где-нибудь тут. Мне бы еще штанги вообще не помешали бы. Упс. 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 Никого нет. Надеюсь. Фух. Я боюсь. Опа! А вот и сундучок. Нет, в нем хрень. Ладно, попробую забраться наверх. Но я еще пытался забираться, но это почти что нереально. Это практически нереально, только самый паркур-мастер, короче, что я могу забраться. Но я-то вообще почти паркур-мастер, но это вообще нереально почти. Опа. Тут на этой карте, опа. А вот и мои вещицы. Так, я никому железную касочку не хочу отдавать. Вы чего? Не. Вы чё? Касочка железная, тут, блин, слишком зажрата будет. Нет. Ты чё, ты? Так, я жрать хочу. Так. У меня чарки очень почему-то херово прогружаются. Мне может даже плеер не прогружаться, кстати. Если он там где-то стоит, я такой пробегаю мимо, а он такой... со спины и все. Видите, вот как не прогружается, вот это реально жестко. Даже с капслуком не прогружается, вообще нормально. Тут похоже чуваки в тиме, я в чате вижу, наблюдаю. Похоже два бегают чувака в тиме, один где-то тут это по окраинам. О, сундучок. Я такой сижу около сундука, караулю что-то. Капец. Вот еще один меч на всякий случай. Ботинки я никому не отдам. А это уже никому и не надо. Как бы никакого чувака не подхватить бы себе. Ой, будет зараза тогда. Кто-нибудь будет у меня тут сидеть на хвосте? Почему-то молния бьет. Вот. Почему? Она меня очень пугает. Это молния. Блин. Вот эта молния меня жестко пугает. А вон и чувак. Чувачок бежит. Он забирается сюда. О-оу. Вон Ник, я вижу. Нет, он не сюда идет. Ух, я боюсь. Он сюда идет. Если он сейчас будет лутать этот сундук, я его могу замочить. Тихо. На шифте. Спокойно.